Трех поленьев скидываем. Дровишки откуда? Из леса вестим. Отец, слышь, рубит. А я отвожу. Вон ту поленницу скидать надо. На телегу. Еще много там? Книга много? Ну, еще можно, наверное, все перекидать и складывать, наверное. Дайте последнее уже. Вот это уже солнышко садится, целый день сегодня складываем. Где целый день, 4 часов? Ну, оно почти что. Я больше ничего не делаю, только дрова и дрова. Успела постираться с утра, есть готовить и все. Ой. Ой, не так уже жарко, вроде хорошо на улице. Сесть посидеть, отдохнуть. Фух.
сидеть-то, когда не работаешь-то? Ой, солнышко-то садится. Какое небо голубое, да? Мы не поклонники разбоя. Сейчас последнее скидывают, доложим, и все в этом гараже. Дров. Потом еще к бане там надо будет. Сухих и сырых еще в угольник сложить. Где уголь держали, там будет еще кругляши лежать у нас. Работы еще впереди тоже много. Все? Да. Да. Тут у нас что, этот аппендицит остался? Хватит? Хватит все. Перед банок еще заведем. Угу. Там сколько? Раз, два, три, четыре, пять. Пять же, да? Раз, два, три, четыре, пять. И тут-то две. Да? Где две? Вон там. Ну вот две. И там вон, еще третий. Ну пять. Десять. Поэтому. Чего бы не хватило, еще останется. Перед банком можно было не доводить. Ой, ладно, все. Всем пока. Сложили, наконец-то. Управились Божьей помощью. Как раскузнечились кузнечики-то. Ой. Всем отличного настроения. Подписываемся. Просто я уже устала. Правда. Устаешь с работы-то. Ставим пальчики вверх-вниз. Ладно, все. Пока-пока всем.